Чужой беды не бывает. Молодежный центр «Олимпиец» стал пунктом приема гуманитарной помощи для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Сюда приносят все, что нужно для нормальной жизни. Предметы личной гигиены, школьную канцелярию, детские игрушки, продукты питания. На следующей неделе все будет переписано и с описью доставлено в пункты сбора гуманитарной помощи. Дальше будут сформированы эшелоны уже и отправлены непосредственно к местам, вот, куда это будет доставлено. Желание помочь объединяет всех. Одной из добровольцев стала местная религиозная организация «Мусульман». Принцип любого верующего человека и любого нормального человека, что чужой беды не бывает. Люди действительно оказались в очень тяжелой ситуации, несут потери, и мы в меру своих сил решили помочь, в меру своих возможностей. Сегодня мы принесли товары, предметы гигиены, памперсы для малышей, канцелярские товары и непортящиеся продукты. Вот скромный набор, но очень важный для тех, кому он отправляется, будет направлен. Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» готовы помочь, чтобы помочь. Они принимают, сортируют, упаковывают, делают опись и даже стоят у кассы. Акция добралась и до сетевого магазина. Любой желающий прямо в супермаркете мог внести свою лепту в улучшение качества жизни тех, кто попал в беду. Да, спасибо. Как это? Помогаторы, да? Фиксики. Фиксики. Фиксики спешат на помощь. Сейчас пункт сбора помощи находится по адресу: микрорайон Новлянский, улица Цесиса, дом 17. Протянуть руку помощи может каждый желающий. Виктория Федосеева, Юлия Тиунова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.